сборник интересных, прикольных и веселых видео от папы и дочек. Еще один уровень пройду и все. А сколько время? Время уже 8:30 утра. Так, дочкам в школу. Надо их будить, я забыл. Рита, Арина, встаем в школу, я вас жду в машине, бегом. Так, все взяли. Ой, папа, кажется, я рюкзак забыла. Все, рюкзаки взяли? Отлично, поехали! Папа, стой! Что такое? Я забыла в рюкзак положить учебники! Да ё-моё, что ж такое-то? Иди, поди! Диван? Да! Ну, поехали! Папа, стой! Да что случилось? У нас сегодня физрань, я забыла влить сменку! Да ёшкин-макарёшкин, вы же в школу опоздаете! Давай, беги! Взяла, поехали! Ничего не забыли? Ничего не забыли! Все, приехали! Папа, мы хотим тебя кое-что спросить! Что? Что? Сегодня воскресенье? Ладно, поехали домой. Сейчас ты узнаешь, как выжить, когда ты встретил сущность по имени Амбуш в игре Дурс. Так, моргает. Иди в шкаф ищи. И прячься. Нашел, спрятался. Молодец. О, это Амбуш. Выходи. Прячься обратно. Это, хорошо, что ты тут слушай, есть. Слушай. Выходи. Прячься обратно. Да что же это такое? Выходи. Я же жить хочу. Прячься обратно. Он нас ищет. Что за пыль? Выходи. Прячься обратно. И сколько это будет продолжаться? Может уже все. Да. Все. Выходи. Ставь лайк этому видео. Ничего себе! Наконец-то мы стали богатыми! Столько денег я в жизни не видела! Наверное, богатый миллиардер погиб, а он был нашим родственником, и все наследство досталось нам. Теперь я смогу себе купить все, что угодно. Например, яхту, крутую машину, две машины, да ладно машины, самолет. Алло, папа, привет! Классно, у нас столько денег! Рита, привет! Слушай, сейчас тут машина грузовая приедет с грузчиками. Там я на кухне муляжи денег оставил на съемки. Сейчас заберут. Отдай им, хорошо? Что? Муляжи денег? Они все не настоящие? Не-не, Рит, это для съемок мне привезли, дома оставили. Эх, ясно. Хорошо. Встречу грузчиков. Невероятная коллекция в нашем магазине «Герои». Дочки не хотят делать уроки. Прятки от Хаги-Ваги. Побег от учителя. Игра в прятки. Попробуй собрать всю коллекцию одежды «Герои». А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется «Эмоции». Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папы и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбираете здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так. papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. Папа, а привидения бывают? Нет, дочка, не бывают. Папа, ну может привидения бывают? Нет, дочка, это фантастика. Папа, а вот это привидение? Нет, дочка, это паучок. Папа, а вот это привидение? Ой, а это привидение. Ну ты же говорил, что их не бывает. Я ошибся. Бежим. Бедный против богатого у стоматолога. Богатый. Здравствуйте, я бы хотел вылечить зуб. Осмотр, обезболивание, лечение и другие процедуры вам обойдется в 10 000 долларов. Всего 10, а я с собой миллион взял. Ну, давайте, лечите меня. Проходите. Отлично. Хм, прикольно, действительно не больно. И все, спасибо, до свидания.
Бедный. Ой-ой-ой-ой-ой, зуб болит. Здравствуйте, это ортодонтист, можно мне зуб вылечить? Осмотр, обезболивание, лечение и другие процедуры вам обойдется в $10,000. $10,000. Но у меня всего $100. За $100 мы вам можем только выбить зуб без обезболивающего. Да делайте уже что-нибудь, болит невыносимо. Ой, сейчас меня вылечат. Боже мой, какой кошмар! Ну хоть и зуба больше нет, который болит. Все, до свидания. Сейчас я тебя научу кое-что рисовать. Рисуешь шестерку и большую шестерку. Поровней надо. Большую шестерку. Здесь рисуешь двойку. А под ней однерку. Интересно, что получится из двух шестерок, двойки и однерки. Смотри дальше. Поставь лайк. Соединим шестерку и двойку. Небольшой кругляшочек и закрасить. Здесь нарисуем глазик. Тут дорисуем ротик. И язычок. Также ошейник. И лапку. Здесь тоже нужна лапка. А тут пузико. И, конечно, хвост. Вот такая получилась собачка. Надеюсь, у тебя получится нарисовать лучше. Сегодня мы сделаем магию два раза. Это цифра 3. В нее мы нарисуем бабочку. Смотри, как это делать и повторяй. Не забудь поставить лайк. Вот такая получилась бабочка, а теперь магия. Оживляем. Опа! Вот наша бабочка летает очень красивая. Из цифры 3. Превращаюсь снова в себя и рисуем цифру 4. Из цифры 4 с помощью магии мы нарисуем домик. Разукрасим его. И слой опустим вниз. Магия! Оживляем! Тринь! Домик из циферки 4. Пойду где-нибудь здесь встану, замаскируюсь под домик. А ты ставь лайк и посмотри еще наш видос. Пап, привет, я сниму шорт. Ну, вроде в прошлый раз все было нормально. Ничего не собираешься сжечь? Нет. Взорвать ничего не собираешься? Нет. Ладно, снимай. Спасибо. Сегодня я вам покажу фокус-покус с водой. Купила в китайском магазине специальную таблетку. В инструкции написано, что она увеличивает объем воды в 1 000 000 раз. Но я этому не верю. Сейчас проверим. Так, добавляю таблеточку. Ой, из ведра потекла вода. Не хочу мочить дом, вынесу на улицу. Так, кажется, что-то происходит на улице. Слышу какой-то шум. Пойду проверю. Ох, ничего себе. Рина, что тут происходит? Я тут эксперимент провела. Нифига себе эксперимент, все в воде. Ну, неудачный эксперимент. Интересно, зайдет у нее этот ролик или нет? Ставь мне лайк. Ой, сегодня пятница 13-е. Пойду папу попрошу сделать что-нибудь страшное. Это еще в честь чего? Сегодня пятница 13-е. А, ой, тю, ерунда какая, отстань. Ну, папа. Да что тебе? Ну, сделай. Отстань, тебе говорю. Папа, сделай что-нибудь страшное. А, может, лицо страшное сделать? Нет, сделай что-нибудь страшное, кому говорю. Ладно, пойду сделаю. Пап, стой. Что? А что ты пошел делать страшное? Как что, отключу интернет. Нет, вот так мы не договаривались, это слишком страшное. Ну вот, ладно, пойду дальше смотреть телек. Продукты купил, можно идти домой. Кажется, я ощущаю на себе чей-то взгляд. Надо поторопиться. Определенно я чувствую чей-то взгляд. Так, где, кто? Непонятно, так надо уходить. Кто-то за мной, походу, преследует меня. Надо бежать. Точно преследует. Нет, надо убегать быстрей. Так, мне кажется, у нее зверское лицо. И она приближается. Надо бежать быстрее. Мне конец, если она меня догонит. Что происходит? Надо быстрее бежать. Где бы мне спастись? Фух, кажется, здесь безопасно. Меня она здесь не найдет. Мужчина, стойте! Что? А, странное лицо, не зверское. Мужчина! Вы забыли свой кошелек. Что? Ой, спасибо. Фух, а я перепугался. Не забывайте вещи.
Наконец-то я нашел твой телефон, Red Cat. Где мои тапочки, которые ты украл? Я не крал твои тапочки. Я вас видел. Вы с каким-то в шляпе стащили и убежали. В шляпе? Так это же папа дочки, его спроси. Алло. Зачем ты украл мои тапочки? Я ничего не крал. Вас видели? Я вас видел. Мы ничего не крали, мы просто мимо пробежали, проходили игру, двери. Все, я увольняюсь. Папа дочки, а напомни, зачем мы стащили тапочки? Да, Ред, помнишь, мы же бежали просто, смотрим, тапочки лежат. Ну, вот и взяли. А, точно. Ну, давай будем их по очереди носить. Давай. Та-та-та-та, посчитай-ка я свои денежки. В моем новом доме денежки спрятаны вот здесь. Хоп-хоп, и провалился, да, мой сейф, посчитаем денежки. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тысяч, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Так, а у меня здесь было 35 тысяч, где еще 18 тысяч? Рита, иди сюда. Пап, привет, что случилось? Чего орешь? Ты знаешь, что у меня сейф спрятан вот здесь? Ну, конечно, знаю. Может быть, ты еще и пароль от моего сейфа знаешь? Тьфу, пароль. 1, 2, 3, 4, тоже мне пароль. И сколько ты взяла денег оттуда? Немножко, 18 тысяч. Цель, на которую ты взяла деньги, нормальная? Конечно, нормальная. Папа, я научилась водить. Пойдем покажу. Ох, ничего себе, экскаватор. Да, научилась водить экскаватор. Сейчас покажу. Круто, вообще молодец. Ты теперь с этим экскаватором сможешь все выкопать. Каждый день я вас наснимаем, Роблокс игру с утра запускаем. Рита, Арина с папой готовы, в путь отправляются снова и снова. Папа и дочки, команда мечты, вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создаем, вместе они сквозь время идут. Карты любые втроем покоряют, от учителя в школе прыгают.